Всем большой привет! Вы на канале Лазница. У меня такая маленькая мечта на Новый год. Я не знаю, это, наверное, из области фантастики и ее осуществления. Но мне так хочется, чтобы на Новый год было 100 тысяч подписчиков. Если вы еще не подписаны, то подпишитесь, пожалуйста, если вам понравится это видео. Помогите мне набрать 100 тысяч. Это будет, наверное, самый лучший подарок. Ладно, не об этом. Я просто сегодня увидела, что на моем самом первом видео стукнул миллион просмотр, и это первое видео с миллионом, и я хожу такая довольная. Поэтому я загорелась такой мечтой набрать 100 тысяч до Нового года. Хотела сказать большое спасибо за то, что смотрите, за то, что лайкаете, комментируете. Мне так приятно, я всегда все читаю и всем отвечаю. Спасибо, что вы со мной, я это очень ценю. И давайте не будем долго болтать и приступим к прическе. Сегодня я вам хочу показать прическу, сделанную только одним лаком. Вот такой вот эксперимент я захотела сделать для вас. Мне кажется, что он удался. Что, ну как это? Человек приходит, платит деньги, а ему не рассказывают даже, как закрепить правильно прическу. Поэтому спасибо, что вы пишете. Мне очень приятно, я очень рада чем-то вам помочь, потому что я также когда-то искала какие-то видео, что-то сама крутила, вертела, в общем. Но зато есть хоть какой-то результат, и теперь могу помогать вам. Смотрим, в какую сторону он у нас накручен. Он у нас вправо идет. Значит, мы берем вот так вот правой рукой локон, там, где он начинает свой поворот вниз. А левой рукой мы вот так вот растягиваем прядку вбок. Затем я просто вытягиваю ребрышки вверх. На такую прядку я обычно три ребрышка вытягиваю. То есть по бокам и посередине одно, чтобы они были крупные. Я вытянула, пробрызгала лаком и хорошо их прошлась, слепила ручкой.
Вот дальше. Беру, растягиваю сам локон и начинаю вверх вот так вот вытягивать ребрышки. Просто беру тоненькие прядки и тяну их вверх в шахматном порядке. Когда вы взбрызгиваете лаком, чтобы пальчики не прилипали, одним лаком. По бокам смотрим, куда прядки ложатся, и закрываем по максимуму наши невидимки, чтобы их не было видно в прическе. Так мы укладываем всю нашу затылочную зону и височную. Итак, заканчиваем весь наш затылок и височки. И сейчас будем переходить тоже к интересному элементу. Будем убирать нашу теменную зону, пчелочку. Я также оставила пару прядок у лица и подкручиваю их. Итак, отделяем зону челки и накручиваем так же, как и затылок. Одной прядкой такой сплошной. Также закалываем, чтобы она остывала. Дальше мы все волосы разделяем пополам и половинки еще раз пополам. Ну, как у вас получается, насколько крупные пряди. И начинаем накручивать. Волосы уводим налево от плойки, а с правой стороны волосы уводим направо от плойки. Это важно, потому что тогда у вас будут волосы правильно ложиться в нужную форму. Сейчас вы увидите, как мы будем их укладывать, и поймете. После того, как локоны остыли, мы их подчесываем у корней, опять-таки, чтобы у нас был объемчик. Челочку так.
хохолка, вот эта вот челка назад. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Ну а с вами была Лазница Вика. Не забудьте подписаться, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Давайте наберем 100 тысяч на канале. И обязательно поставьте пальчик вверх, если вам понравилось. Буду с вами прощаться. Всех вас обнимаю, целую, очень люблю. И спасибо большое вам за добрые, теплые слова. Thank you.